1941 год. Лис пустыни. Фельдмаршал Эрвин Роммель прибывает в Ливию, чтобы принять команду над группой армий Африка. В течение нескольких месяцев Роммель, восходящая звезда немецкой армии, отвоевывает территорию, оккупированную силами британского содружества до его прибытия. Несмотря на серьезное численное превосходство британских сил, более высокая дальнобойность и крепкая броня немецких танков позволяет Африке вести успешную войну с союзниками. К июлю 1942 года Лис пустыни и его неостановимая группа армий Африка провели ряд классических молниеносных атак и оттеснили британские силы из пустынь Ливии в Египет. Теперь, в конце 1942 года, закрепившиеся всего в 60 милях от Каира силы британского фельдмаршала Монтгомери, включая пустынных крыс из 7-й бронетанковой дивизии, готовятся окончить немецкое наступление и перехватить инициативу. Минсет, Ким 6! Вражеские танки выезжают! Атакуем их! Прием! Отлично, ребята! Наши приманки задержат танки на некоторое время! А мы пока сейчас! Вперед!
вперед! Прикроем Дэвиса и его парней! Точно! Дэвис, Макгрегор, на самоходку, быстро! Здесь все!